Решающий ужин. Британский премьер отправилась со срочным визитом в Брюссель. Она надеется сдвинуть с мертвой точки переговоры по Брекситу, пока прогресса достичь не удалось. Что нового может предложить Тереза Мэй, узнавала Светлана Чернецкая, наш субкор в Лондоне. 4 месяца насыщенных и напряженных переговоров, и все впустую. Лондон и Брюссель зашли в тупик. Ни одна из сторон не готова идти на компромисс по Брекситу. Приходится пускать в ход тяжелую артиллерию. Тереза Мэй приняла решение срочно вмешаться в переговорный процесс. Отправилась в Брюссель на встречу с главой Еврокомиссии Юнкером и главным переговорщиком по Брекситу Барнье. Общаться будут за ужином. И, очевидно, британский премьер припрятала козыри в рукаве. Ей крайне необходим прорыв в переговорах. Ведь уже через 3 дня начнется саммит лидеров ЕС, на котором президенты и премьеры оценят прогресс, достигнутый Лондоном и Брюсселем. А пока хвастать нечем. Застряли на 3 главных вопросах. Сколько отступных Лондон должен заплатить за развод с ЕС? Какими правами будут обладать европейцы в Британии? И что делать с границей между Ирландией и Северной Ирландией? Мы уверены, пришло время начать серьезные разговоры о будущем и новых отношениях между Великобританией и Европейским Союзом, которые удовлетворят обе стороны. Мы сделали справедливое предложение Брюсселю и надеемся, что наши друзья и партнеры услышат нас. По графику уже на следующей неделе Лондон и Брюссель должны приступить к обсуждению торговых отношений. Важность этого вопроса для Британии сложно переоценить. Но не решив проблемы на первом этапе, переходить ко второму в Евросоюзе отказывается. Параллельно Тереза Мэй пытается повлиять на ход переговоров, беседуя с европейскими лидерами. Вчера обсуждала трудности процесса по телефону с немецким канцлером Меркель, сегодня с французским президентом Макроном. Ведь если переговоры будут и дальше такими сложными, Лондон развернется и уйдет вообще без каких-либо договоренностей, громко хлопнув дверью. Такой исход неприемлем для обеих сторон, но вполне вероятен. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».